Лично познакомиться с самыми успешными выпускниками Казанского университета стало проще, чем кажется. Именно поэтому интерес студентов к серии мероприятий «Мост» продолжает стремительно расти. Воочию увидеть именитых специалистов, задать все интересующие вопросы и получить ценные советы ребята смогли на третьей встрече с успешными выпускниками Казанского федерального. Это просто бесценная возможность для студентов познакомиться с такими интересными людьми. И тем более, когда эти люди готовы делиться своими знаниями, делиться своими контактами. Уже по традиции организаторы пригласили гостей из разных сфер, которые особенно сильно интересуют современную молодежь, а именно бизнес, творчество, кино и наука. Например, первое выступление Радмилы Хаковой, выпускницы факультета журналистики и автора книг «147 свиданий», затронуло опыт достижения успеха в творческой профессии. А презентацию своего кейса Радмила посвятила обязательным составляющим карьеры писателя. А далее следующий выпускник КФУ, обучившийся на экономиста, Михаил Чернов, рассказал, каким сложным бывает путь в большой бизнес. Очень интересный формат. Честно говоря, я думал, будет меньше слушателей. Это превзошло мои ожидания. Мне было не только интересно выступить, но интересно послушать других выпускников. Очень достойный формат. Продолжила встречу арт-директор кинотеатра «Мир» Альбина Нафигова, поделилась простой, но очень мудрой схемой для успешной работы в киноиндустрии. Кино очень живой, на самом деле, организм, я считаю. Там очень много людей, которые, в принципе, не заканчивали, например, или не сразу пришли в кино. Чтобы быть режиссером, там молодых вообще не берут. Говорят, да, наберитесь жизненного опыта. Очень многие даже из-за этого поступают на актерское, вот как Кирилл Плетнев, а уже потом становятся режиссером, потому что слишком молодым его не взяли. Завершил встречу Михаил Варфоломеев, химик и председатель Ассоциации молодых ученых КФУ. Единственный, кто работает в стенах родного университета и является настоящим патриотом родного института. В своем докладе спикер затронул ценность обмена опыта между странами. Ну, мне кажется, что у нас есть успешная научная группа и научное направление, которое мы сейчас развиваем. Есть определенные достижения в науке, вот, и есть определенные достижения в общественной деятельности. Сейчас я возглавляю Ассоциацию молодых ученых Казанского университета, а до этого мы занимались проблемой молодых ученых на городском уровне. Не возводить стены, а прокладывать мосты – так звучит основной девиз проекта. Посетить данное мероприятие желающие смогут еще не единожды. Мост планируется к проведению в каждый квартал года, чтобы прочно укрепить связи между поколениями людей, учащихся в Казанском федеральном. Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универньюз.